В Фейсбуке на странице РИА новости посмотрел большое интервью Сергея Лаврова российским радиостанциям. Воспроизведение не включая, чтобы не нарваться ненароком на нарушение чьих-нибудь, каких-нибудь авторских прав. И вот по поводу услышанного хочу заявить следующее. МИД РФ подвел РФ крупно. На расширение НАТО не сумел. Добиться он запрета. Потому что понимание пословицы. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Многим в МИД РФ недоступно, как и насильникам психоневрологического какого-нибудь лазарета. К сожалению большому, потому и результаты такие деятельности нашего МИД. Печальные для РФ, подрывающие ее имидж в мире.